Ситуация следующая. Пара решила остановиться во дворе в обычном, чтобы покушать шаурму. Ну, что такого? Ну, бывает, все любят шаурму, все едят. Ну, ладно, не все. И, в общем-то, местные тетеньки решили, что им не положено это делать. Некоторые бабы думают, что если они живут в этом дворе, то, соответственно, в их дворе никто не может оставаться и просто даже, ну, покушать. Ну, конечно, всякое бывает. Люди порой иногда вообще не совсем адекватные, но эти кадры особенные.